Так, здесь две звезды, три звезды. А, здесь чем больше звезд, тем лучше. Здесь не самый обычный выпал, я понял. Открываем с вами еще один. Еще одно яйцо. 5 звезд, дала! 5 звезд. Самый редкий питомец, офигеть, вы видели? Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Ромзи, мы продолжаем играть в симулятор лазерного качка в Роблоксе. И здесь произошло гигантское обновление, просто нереальное. Практически полностью изменилась карта. Теперь это карта Хэллоуин, появились новые мечи, новые геймпасы, но самое важное, мы все этого долго ждали. В игре появились питомцы, друзья, я только что нечаянно одного купил за 2500 коронок. И это Fiery Slime, друзья, мы просто нереально долго ждали. Я хотел, чтобы были питомцы, и наконец-то их добавили. Но это еще не все, друзья. В игре появились новые секретные коды, которые я вам сообщу сразу после того, как вы сможете пройти самый сложный челлендж. Нужно успеть за 5 секунд поставить свой лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик и оставить свой комментарий. Время пошло. 1, 2, 3, 4, 5. Успел, красавчик, а мы с вами начинаем. Наверное, сразу ведем кодики. Почему бы нет, у нас есть 3 новых кода. Заходим, ребята, и начинаем их активировать. Итак, кодики находятся у нас в птичке Твиттера. Естественно, здесь, да, здесь были. Это Хэллоуин. Получаем плюс 500 корон бесплатно. Следующий код называется Эрик. Еще плюс 300. И еще один код называется MiraverXD. Вводим, получаем еще 500. То есть мы ввели коды, и сразу можно купить 2 питомца бесплатно. Также в игре появились какие-то вот странные конфеты, разбросаны по всей карте. Их собираешь по одной штучке. А, у меня 287 конфет еще дополнительно. Нифига себе. Итак, кого же мы все-таки купили? Итак, подожди, подожди. Я забыл кое-что сделать. Здесь есть теперь геймпас на Лаки, ребята. Лаки — это офигенно. Трипл яйцо я не хочу покупать. А вот Лаки за 349 робоксов я куплю прямо сейчас. Потому что я хочу, чтобы мне выпадали именно топовые питомцы. Надеюсь, это будет работать так. Пока что у меня не купился, я не знаю почему. Я пока пробегусь, соберу немножко вот этих вот конфет. Они собираются, кстати, не так уж и просто. Так, кто на первом месте? А, не я на первом месте. Нужно обгонять, нужно обгонять. Собираем конфеты. Получается, один питомец, вот этот тыквенный, стоит 100 конфет. И я только что открыл. Я только что открыл Франкенштейн, 3 звезды. Офигеть! Так, я пошел собирать еще. Так, у меня купился геймпас, я проверю. Нажимаем на него. Да, геймпас активировался, надеюсь, он уже работает. Мне нужно собрать буквально еще десяточек конфет, чтобы у меня было ровно 200. 196, подожди, я еще по 2 получаю? Нет, по 1. 197, 198, 199 и вот 200-я конфетка. Все, еще могу 2 яйца открыть. Давайте хотя бы сравним. Вот этот питомец — это за короны, а этот питомец, о, нифига себе. Получается, стоп, здесь он дает больше корон, а этот на 45% больше сил. Подожди, я уже 2 одел. Офигеть, они мощные, погодите-ка. Давай открываем себе еще одного. Так, здесь 2 звезды, 2 звезды, 3 звезды. А, здесь чем больше звезд, тем лучше. Здесь не самый обычный выпал, я понял. Открываем с вами еще один. Еще одно яйцо. 5 звезд, дала! 5 звезд. Самый редкий питомец, офигеть, вы видели? Самый редкий питомец. 0,47, офигеть, 5 звезд. Я в шоке, я в шоке, какие у него статы. 5 звезд. Х2, Х2 и Х6 коронки. То есть я получаю в 6 раз больше корон. Это офигенно. Так, у меня еще остались коронки. Давайте я куплю здесь, может быть, что-то получше выпадет. Выпадают 2 звезды, но уже лучше. Я, наверное, сегодня солью все свои короны, почему бы и нет. Я хочу реально потратить коронки. Но акула такое себе, блин. 14%, 15%, может быть, 0,42 мне выпадет. Там не выпало 0,4%. Пипец я везучий, пингвин не выпал. Ну, такое себе, 4600 коронок еще осталось. Я куплю себе еще 4 звезды, неон грин. Это уже круто. 1,3%, серьезно, офигеть. Вот это я лакер. Так, покупаю еще одно яйцо здесь. Может быть, давай еще одно 5-звездочное. Не, мне выпал паучок, 2 звезды. Это просто жесть. Посмотри, где мои петы, где мои петы. Так, получается, нужно обязательно одевать вот этого с крылышками. Я могу одеть всего 3 питомца. Этого я снимаю. Вот этого я одеваю. Это получается какой-то типа эпический. 3,25, 1,8, 1,8. Здесь 2,26. А здесь 1,45, 3,5. Какой лучше? 1,2, этот хуже. Этот хуже. Здесь корон меньше, хотя силы больше. Я, наверное, сейчас пока что этого сниму. Я буду выбирать того, у кого больше силы.
Здесь 1.2, 1.6, 1.5, 1.5, 1.7. Fairy Slime дает... Нифига себе, 1.7, 1.7. Я одену, конечно же, его пока что. Пока вот так вот. И поскольку я силы? По 11 триллионов. Смотрите, 11.3 триллиона. Я просто их снимаю. Я хочу проверить, сколько я получаю без них. Я всех снял. По 1.7. По 1.7 я получаю, понимаете? Офигеть, в 10 раз больше я получаю. Это жесть. В 10 раз больше. Теперь знаете, что мне нужно? Теперь мне нужно новый геймпас, когда ведут на одевание больше питомцев. Потому что пока что я одеть больше не могу. То есть всего лишь 3. Или может быть 4 можно одеть. А, нет, больше нельзя. Всего лишь 3 питомца. Но это тоже неплохо. Это офигенно. Я выбил самого редкого питомца в игре. Понимаете? Самого редкого. 5 звезд. Это просто жесть. Есть здесь, конечно, вот такие питомцы. За 500 коронок, кстати, можно протестить. Можно реально протестить, какой питомец падает здесь. А мне выпал питомец, ну, 24%. Давайте, наверное, еще раз тестанем. И выпадает собака. Какие у них статы? Какие статы у них? Так, здесь, ну, да, 25%. Ну, все равно неплохо. То есть здесь 10%, 10%, а коронах здесь... Ну, конечно, да, с этим не сравнится. Х2. Тупо Х2 я получаю. Это жесть, просто забей. Я на первом месте, да, я на первом месте. Мне надо подняться на короля горы. Я хочу посмотреть, сколько я буду получать коронок. Сколько я буду теперь получать коронок? Как видите, здесь изменили. Так, этого я чувачка зарубил. Короля горы изменили, по-другому сделали локацию. Офигеть, самый редкий питомец. Так, а теперь я могу вынести тебя? О-о-о, это был чувак, который на третьем месте. По сколько корон? По 5. По 5 корон я сразу получаю. Причем, смотри, как много. Смотри, я просто... Пипец, посмотри, сколько корон я получаю. Жесть, а босса, кстати, никто так и не бьет. Босса просто никто не лупасит. 1800, 1860. Это просто читы. Это просто читы. Вы посмотрите, сколько я корон получаю. Жесть. 2200, 2300. Я просто получаю постоянно под офигище корон. У меня уже 2500. У меня было практически 0, у меня уже 2500. Это жесть. Если я ставлю на ночь с этим питомцем, я наберу столько силы, я наберу столько коронок. Просто забей. Просто забей. Надеюсь, питомцы не удаляются. Смотри, я продаю всю свою силу. У меня сейчас 40 Q. Кстати, можно покупать все новые бичи, но я хотел бы сходить, знаете, куда? Я хочу сходить вон туда. Кстати, нужно будет конфетки пособирать, потому что я хочу еще купить питомца за соточку. Поэтому сегодня мы с вами по любасику соберем. А может быть, мне конфеты иксуются? Нет. Конфеты, друзья, собираются по одной. Тут как бы ни туда, ни сюда. То есть, хочешь собирать, собирай по одной. Их, правда, много на карте. И видите, нужно, получается, возле них останавливаться. То есть, просто так ее не соберешь. То есть, если пробежишь мимо нее, она может не собраться. Видите ли, вот она не собралась. Нужно подойти, немножко остановиться, собрать конфетку. Это, конечно, сложновато, но нормально. Монеты можно собирать, можно не собирать, как хотите. То есть, вот сделали вот такие батуты. Смотри, подходишь такие, пум. Ну-ка, работай, эй, чё батут не работает? Эй, а что с батутом? Почему батуты сломали? Нет, подожди, были батуты или не было батутов? Или этот нерабочий? Так, здесь у нас какой-то слив идет. Вот, вот батут. Эй, почему батуты не работают? Вы что, офигели? Может быть, босса надо убить? Ладно, там какая-то территория, я пока фармлюсь. Я схожу, наверное, туда, у меня есть 26 этих конфет. Кстати, их нельзя донатить. Что очень странно, я бы задонатил себе конфеток. Кстати, за конфетку, да, я поймал самого крутого питомца себе. Так, а здесь у нас есть какой-то буст? Нет, эта территория просто территория для красоты. Здесь никакого буста у нас нет. Но почему джамперы не работают? Я заходил на вип-сервер, и там эти джамперы работали. А сейчас они не хотят работать. Либо что-то сломалось, либо... Какое-то нужно условие выполнить, я не знаю. Но они сейчас не работают, ладно. Я пошел собирать вот эти вот штуковины. Я хочу купить себе еще одно питомца за соточку. Или какой смысл? Или можно купить себе питомца за просто 2500 коронок. Я за 2500 коронок куплю, я их быстрее нафармлю. Звездочка, баттерфляй, 3 звезды. А ну-ка, 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 ну-ка. 1,7 здесь, 1,75. О, да, свидос, Петрович. Одеваем звездочку, Х3 здесь. И 1,75, просто с ума сойти. Просто посмотрите на эти статы. Класс, у меня 3 питомца, они, кстати, реально прикольные. Вот этот у меня памкин. Получается, самый редкий. Да, самый редкий это тыковка. То есть тыковка, да, это у нас получается. Ну, блин, это знак, это, понимаете. Это знак Хэллоуина, я выбил этого питомца. Это реально офигенно. Смотрите, 35 штук я уже собрал, мы сейчас с вами доберем соточку по фастику, я думаю, что за минуту мы с вами соберем, главное, чтобы они быстренько респаунились. То есть они, видите, рандомные. Кстати, они еще и исчезают, то есть ты, бывает, подходишь к нему, он раз и исчез, это... Он, это она, конфеточка она, да, у нас?
собираем сразу, видите, есть где рядом по 3, по 4, по 5, есть бывает разбросано. Жалко, что тыквы нельзя собирать, может быть могу ее порезать каким-то образом? Нет, тыква не режется. Я половину конфет собрал, я просто хочу реально протестить. Может быть я еще одну тыкву убью? Реально, вот сейчас, пока я еще не открыл, напишите в комментариях. Возможно, что я убью еще одну такую тыкву с шансом 0,4%. Я, кстати, не знаю, насколько повышает Game Pass Lucky шансы, но я не думаю, что он повышает в 10 раз. Я думаю, что он повышает в 2 раза. То есть, ну, у меня шанс был не 0,4, допустим, а 0,8%, ну, 0,9. Но я все равно выбил. Это пипец! Я в шоке, честно, это никакая не подстава. Я сам был в шоке, что я это выбил. Это просто что-то с чем-то. Так, у меня, кстати, силы столько уже, что можно, кстати, будет пойти продать все это дело. Я сейчас фармлюсь намного больше. Хорошо, что я не парился, несколько дней не фармился. Да, ребят, я в прошлой серии обещал, что я выфармлюсь. Я подниму себе топовый титул. Но теперь какой в этом смысл, если я могу с этим питомца получать на 10, в 10, не на 10, а в 10 раз больше силы, чем я бы фармился до этого. То есть я потрачу в 10 раз меньше. То есть я бы прокачался сейчас за 1 час, как раньше, за 10 часов. Понимаете, насколько какая разница? Просто жесть. Вот это офигеть. О, кстати, питомец какой-то. Птица, а что она здесь забыла? Может быть, ее как-то подобрать надо? Нет, она не подбирается. Так, мне осталось буквально парочку этих конусов. Боже, конусы. Они похожи на дорожные знаки. На самом деле, это типа якобы конфеты. Босса никто не бьет. У босса 6000 кп. Просто забей. Ладненько. Здесь мы собрали уже награду. Я хочу открыть. Давай. Давай мне. Самого редкого. Давай. И зомби-пес. 4 звезды. Красиво. Шансы зомби-пса 1,8%. Да что ж я такой везучий? Это что за чертовщина? 1,65, короны x4,5. Да, здесь силы больше, но если идти фармить короны, здесь x4,5 короны. x4,5 короны, понимаете? x4,5. Здесь 3,5, здесь 3,25. Это жесть. Это просто жесть. Смотри, сколько силы я получаю. У меня сейчас 40 Q, я продаю. У меня сейчас 89 Q. Я могу просто подойти в магазин и взять себе новый класс. Вот этот новый класс у меня уже можно купить, но я еще не докупал себе мечи. Интересно, какие там у нас мечи появились? Я даже, ну, не знаю, можно мечи покупать сейчас, а можно покупать новые классы. То есть разница здесь, ну, блин, я хочу новые мечи купить. Классы я успею покупать. Класс я реально успею купить. Мечи, мечи, 14, пипец, 14 Q, 22 Q. А сколько буду получать? По 14 триллионов просто с одного взмаха. По 14 триллионов. Блин, это жесть. Босса можно было, конечно, полупить. Ну, кстати, я его довольно-таки быстро бью. Вы заметили, что я его бью в 2 раза быстрее? Потому что у меня вместо одного меча, у меня 2 меча, которыми я его просто расфигачиваю. Но это будет нереально долго. Кстати, мне вот интересно, если вы знаете, напишите в комментариях, иксуются ли короны, которые ты получаешь именно с босса за этих питомцев. Мне просто реально интересно. Так, смотрите, мы, получается, поднимаемся наверх. И мне нужно было чувачка этого... Извини, дружище, я тебя согнал. Просто согнал отсюда. А где мои короны? Вот, пошли короны. Посмотри, поскольку. 711, 769, но это еще не все. Я, короче, захожу вот сюда. Здесь 3, здесь 3,25, а здесь 4,5. Это мы снимаем. Одеваем с вами пса. Этого, не знаю, зомби-пса. 4,5. Здесь у нас 6. 3,2. 3,5. Здесь больше. 2,5. 2,6. Получается, максималочку мы делаем. Вот здесь снимаем. И одеваем вот этого чертика. X3,5. Все, я одел. По 9 корон. Посмотри, сколько получает. 387. Практически по 100 корон. Ну, там где-то 95 корон в секунду я получаю. Да, конечно, фарм у меня уменьшился. Поэтому я, скорее всего... Ну, короны мне не так важны. Мне нужно много фарма. Поэтому я, естественно, сейчас сниму Франкенштейна. А одену себе вот этого вот зверя. Здесь очень много силы дается. Ну, а бабочку, наверное, все-таки... Здесь X3 короны. Здесь 4,5. Но здесь силы больше. Получается, сколько я получаю с этими сейчас? По 13,2. Неплохо. То есть и корон много получаю, и этого много. Фига себе, я просто король игры, которого никогда не сместить. Я топ-1. Да, естественно, я топ-1. Киллстрик, я титан. Можно реально пойти сейчас купить новый класс. Я сейчас эти классы могу покупать просто вот так, одним за одним, один за одним. Естественно, мне будет... Знаете, что жалко? Единственный момент, чего очень жалко, у меня пропадут короны. У меня пропадет корона, которая у меня за 200 тысяч. Подожди, хотя... Если она у меня пропадет, а смысл в ней какой сейчас? Подожди, какой смысл в этой короне, если я сейчас получаю дофигища коронок? Сколько я даю? Подожди. У меня сейчас одета вот это. Она получается, я... Там стоит 192 тысячи. Так я на нее заработаю буквально за 5 минут, понимаете? Я реально на нее заработаю за 5 минут. Это жесть. Реально за 5 минут. Сколько я сейчас заработал? 71 Q. Давайте мы с вами сейчас...
я продал, да, и меня по пути кто-то убил. Да, бывает такое. Бывает такое, я не рассчитал, нужно было немножко подкачаться. Так, значит, мне нужно сколько всего лишь там 15 кью насобирать? Так я сейчас быстренько это сделаю. Сейчас мы... я на первом месте? Да, я уже на первом месте. Сейчас мы быстренько кого-то отсюда сместим. Коронок мы набираем. Коронки... О, смотрите, когда коронки не нужны, что мы делаем? Мы берем пета, которого коронки... Это мы снимаем 1.65. И одеваем себе 1.75, который дает больше силы. Теперь получаю по 14 триллионов. Да, ровно 14 триллионов, там и 0.3 копеечки, неважно. А хотя, подожди, короны мне не нужны. Я сейчас прыгаю вниз, я иду вот сюда, все это дело продаю. У меня 78 кью, а мне нужно сколько? А мне нужно сейчас по фастику набрать... Подожди. X... А, 84.4. 84.4. Буквально, смотрите, вот буквально 10-15 секунд, и я себе сделал новый сброс. И мне снова придется все покупать, это жесть. Я буду с нуля снова начинать. Как мне это надоело. А, подожди. Там же есть такой прикол, что можно купить сразу все мечи, которые, то есть, не по очереди покупать, а нажимаешь одну кнопку и покупаешь. 85, все, у меня есть новый класс, я наконец-то его достиг, и да, я сделал это буквально, вот, прямо на серии. Я купил все, я обнулился, у меня самые первые мечи, я получаю по 712 тысяч прямо сейчас. 712 тысяч, просто жесть. Смотрите, я апаюсь как больше. Как... Смотрите, просто по таблице я апаюсь. 22 миллиона, 24. Я сейчас подойду вот сюда, продам это все дело. У меня уже 226 миллиардов. Подхожу к магазинчику. Так, подхожу к магазинчику, захожу в мечи и buy all. Просто buy all на все деньги. И сейчас мне купилось просто пол магазина. Вплоть до вот этой вот мечуги я получаю по 54 миллиарда. Это просто жесть. Это просто жесть. Единственное, обидно, что в магазине теперь мне нужно покупать все коронки заново. Да, ребята. Подожди, или они у меня остались? Или у меня они остались? Подожди, эквип. Они остаются! Я думал, они раньше же пропадали. Подожди, то есть у меня осталась аура? В смысле? То есть у меня осталась... Офигеть, у меня осталась аура! А почему мне никто об этом не написал в комментариях? Почему вы мне не написали в комментариях? Я реально боялся делать сбросы, потому что я боялся, что про... Это жесть. Я боялся, что я профукаю свою ауру. Трачу все деньги. Открываю еще 250 миллионов мечей. У меня уже вот эти новые мечи. По 6.6 кью, смотрите, я одеваю их снова фигачу. Уже по 6 триллионов. Я уже по 6 триллионов набиваю. Только я сделал сброс. Я набивал до этого по 13 триллионов. Сейчас я уже по 6 фигачу. Буквально недавно сделал сброс. Кстати, сколько стоит следующий класс у нас? Сколько? Это у нас Shadow. И 633 кью. Ребят, копейки. Копейки. Реально копейки. Просто пшик. Если бы эта серия длилась минут 30, я бы сейчас сделал. Вы видели, получается, я вот эти 10 кью набираю примерно за... Ну, минуту. За минуту. То есть набрать 600 нужно 60 минут. Сколько? Серьезно? То есть за час я могу купить себе следующий класс? Это жесть. Следующий класс просто за час. Просто за 6. 5 кью уже набрал. То есть только что 5 кью набрал. Покупаю все мечи, которые только возможно. У меня мечи уже вот такие. Я уже фармлю по 12.5. Я до этого фармил по... Сколько мы фармили? 13, да? 13 или 14 триллионов. То есть нам, чтобы догнать прошлый результат... Достаточно прокачаться 30 секунд. То есть мы уже сами фармим столько, сколько раньше. Это просто жесть. Это что-то просто с чем-то. Это забей, офигеть, это капец как классно. Я реально очень доволен. Блин, игра вот улучшилась. Питомцев очень сильно не хватало. Просто максимально сильно не хватало питомцев. С помощью этих питомцев теперь я уже фармлю как в прошлый раз. То есть я уже фармлю больше фармлю, чем я фармил до того, как я сделал сброс. Мы с вами вернулись к тому состоянию буквально за минуту. Реально за минуту. Я думаю, что вы понимаете, что пройти игру теперь не составляет никакого труда. То есть нужно просто пофармиться подольше, набрать коронок. Но на этом, друзья, заканчиваю серию. Думаю, за 10-15 минут я бы стал топом в игре. Поэтому все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, всем покедова!